Дорогие клиенты и партнеры, нам часто задают вопрос, что делать иностранцам, которые имеют вид на жительство в Казахстане, но с начала пандемии коронавируса отсутствуют в стране и сейчас находятся за рубежом. По правилам, обладатель вида на жительство должен находиться в Казахстане не менее 183 дней в течение года. Что делать, если у вас есть вид на жительство, но с начала карантинных мер по разным причинам вы не смогли вернуться в Казахстан? Будет ли аннулирован ваш ВНЖ, если срок вашего отсутствия в Казахстане превышает 183 дня? Отвечаем. Принято постановление правительства Республики Казахстан. Согласно пункту 4 этого документа, до 1 ноября 2020 года приостановлено течение срока нахождения за пределами Республики Казахстан для лиц, имеющих вид на жительство. Как следует из этой нормы, срок нахождения за рубежом начнет исчисляться с 1 ноября. Таким образом, срок отсутствия в Казахстане во время карантинных мер до 1 ноября не будет учитываться и ВНЖ не будет аннулировано. Еще раз подчеркнем, срок вашего отсутствия в Казахстане необходимо будет исчислять именно с 1 ноября 2020 года. Эту и другую полезную информацию касательно ВНЖ вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Вид на жительство».